Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Nissan Tiida. Ремонт переда. Итак, бампер, фара, переднее крыло на замену, капот буду ремонтировать. Разбираю. Машина разобрана, и теперь могу начинать ремонт. Сначала я вытяну низ телевизора, затем обрежу и отровняю верх лонжерона, после чего выровню и вытяну все остальные части кузова. Измеряю диагонали и выясняю, что надо подтянуть вправо немного лонжероны, после чего удаляю поврежденный металл. Итак, эту часть я отровнял. Теперь на столе отровняю отрезанные куски и затем все сварю. Сварочные работы закончены. Я покрасил этот угол, обработал мовилью и теперь устанавливаю все части переда. Совсем забыл, надо еще выровнять край капота. Использовать буду споттер. Ремонт капота я закончил. Теперь устанавливаю фару и бампер.
Итак, работа с металлом закончена. На эту работу ушло 3 рабочих дня. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!